Да, ребят, сходили мы на местный фармер маркет в Лахойе. Ну ничего естественного, в принципе, нас там не удивило, не вдохновило на приобретение. Фрукты, в принципе, те же самые, что у нас на деревьях сейчас растут, грейпфруты, апельсины, те же самые сорта, что у нас сейчас плодоносят, там Rio Red я видел, Валенсия, как бы ничего интересного. Но зато вот нашли такое деревце, не деревце, вернее, лиану, это passion fruit или пассифлора, но приносящая желтые плоды. Я знаю, что она более чувствительна к холоду, но постараемся ее сохранить. У нас, в принципе, несколько сортов есть фиолетовых, Пассифлора Edulis, а это желтый. Попробуем ее вырастить. Очень хороший такой мощный куст. Видите, он, в принципе, длинный. Это он завернут. Сюда концы завернуты. То есть он в реале в пределах, наверное, 3-4 метров в длину. И постараемся его довести до Сакраменто и высадить в грунт. Все. Всем спасибо за просмотр. Bye-bye.